Свежий пример неразберихи с декларациями, причем еще двухлетней давности. Детективы НАБУД заподозрили, что скандально известный председатель Одесского окружного админсуда Олег Глуханчук внес в отчет за 2015 год недостоверную информацию, а точнее, якобы не указал, что на земельном участке жены находится жилой дом стоимостью в 7 миллионов гривен. Теперь судье грозит до 2 лет тюрьмы. Напомню, Олег Глуханчук оскандалился в прошлом месяце. Полиция задержала его в центре Одессы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд будет рассматривать это дело на следующей неделе. Что же касается незадекларированного жилья в элитном районе на берегу моря, то месяц назад Глуханчук уверял, это вовсе не дом. То и не дім же, це ж Елінг, там ж Боже збави, що це домом назвати. У мене була квартира на Довженка, я її продав цю квартиру і за ці гроші купував цей дім. Ну воно все є, все записано, я нічого не скривав, це все в деклараціях є.